В поселке имени Горького в отделении полиции скончался задержанный. 53-летний хабаровчанин был доставлен сюда по подозрению в совершении тяжкого преступления. В участке он оказался после того, как покушался на жизнь своего коллеги, сторожа гаражного кооператива, расположенного на улице Гагарина. Конфликт между охранниками вспыхнул во время совместной смены. Выпившие коллеги повздорили, один пырнул другого ножом в грудь. Пострадавший имел все шансы погибнуть, поскольку коллега совсем не торопился вызвать для него врачей. Раненого охранника обнаружил председатель ГСК, который ранним утром пришел проверить работу своих подчиненных. В сторожке полицейские нашли улики, нож и окровавленную одежду потерпевшего. Раненый мужчина был доставлен в больницу, злоумышленник в отдел полиции, где 11 января скончался. По факту смерти 53-летнего мужчины в отделе полиции номер 7 города Хабаровска проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Финалом этой коллизии, в результате которой обреченный на смерть выжил, а не имевший ранений скончался, стала доследственная проверка. Сотрудники Следственного комитета собираются выяснить, от чего именно в казенных стенах умер подозреваемый. По официальной информации УВД, задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но он скоропостижно скончался. В полиции считают, что от остановки сердца. Известно, что мужчина был судим и злоупотреблял алкоголем. С места происшествия Валентин Борозняк и Степан Симонов.